Новый Орлеан – официальная столица вампиров. Говорят, что они здесь появились со дня основания города. Разгуливают себе свободно по улицам. А ночами нападают на местных жителей и аппетитных туристов. Поэтому здесь в ходу разные амулеты для защиты от этих существ. Ну а если ты сам вампир, то тоже найдешь себе что-нибудь по вкусу. Только в Новом Орлеане есть единственный в Америке магазин вампиров. Hello. Hi. Этот магазин, на первый взгляд, похож на такой себе обычный сувенирный, с мистической тематикой. Плакаты разные, таблички, куклу Вуду и страшные фигурки. Можно скупиться к Хэллоуину, например. Vampire blood. It is makeup. Вот она. Пью. Пью. Я теперь на кончике носа кровушка. Не настоящий. Для поклонников вампирской эстетики тут куча тематических подарков. Подвески и кольца, в которые кладут яд. Вот такие скелеты волшебных фей в баночках. Или маленькое привидение. Написано «не открывать». Если вы откроете, сами понимаете, привидение будет жить у вас дома. Ну что, по-моему, прекрасный подарок своему врагу. Привет, дорогой. Хочешь привидение? Да, положили кусок ваты в банку, закрыли и продают за 7 баксов. Неплохо придумали. Тут, кстати, найти можно что хотите. Для тех, кто боится вампиров, всякие штуки для защиты от них. Вот такая тут есть свечка. Свечка-оберегашка. Когда вы сжигаете эту свечку, там будет маленькая подвесочка, которые нужно будет носить с собой, и это будет вашим оберегом. А эти головы типа отпугивают вампиров. Положил в сумочку, и никто к тебе не прицепится. Выглядят они, конечно, просто отвратительно. И я такое носить с собой не буду. Еще хорошо отпугивает вампиров запах дикой розы. Можно купить эфирное масло или мыло. Но самый ходовой товар тут... Чесночок. Гламурный чесночок. Одна головка 5 баксов. Представляете? Да у нас за такие деньги 3 кило купить можно. Обложиться им, наесться, и тогда вообще никто к вам не подойдет. Не то что вампиры. Хотя смех смехом, но тут в них действительно верят. И говорят даже, что они сюда частенько захаживают. It's a city where the night lives long, so vampires can be up all day. You know what I mean? Up all night. You just think you've never seen them. You probably have. Да, вот откуда мне знать? Может, все эти посетители – кровопийцы? Покупают тут, например, эликсиры от всех вампирских болезней. Или сахар в виде черепов. Или свою главную еду. Ведь сейчас уже не нужно кого-нибудь кусать. Есть много разных заменителей крови. Вот, например, в виде соусов. Видимо, чтобы не выдать в себе вампира. Или вот какая. Как будто только что от донора слили. It's a sweet. It's sweet. It's like fruit punch. It's an energy drink and actually mixes really well with vodka. Really? Good with vodka? It's very good with vodka. Вообще-то это для вампиров, но и обычный человек может попробовать. На вид она страшненькая. Может, над кем-то поприкалываться? Куплю кровушки, буду гостей угощать. Yeah, actually, I will buy maybe this one.